конце 2023 года Россию потряс скандал с голой вечеринкой Анастасии Ивлеевой, который привел к серьезным последствиям для участвовавших в ней артистов. Однако тема вульгарного поведения знаменитости не исчезла, и на смену одному скандалу приходит другой. На этот раз в центре внимания оказалась Алена Краснова, жена Никиты Преснякова, внука Аллы Пугачевой. После переезда в США пара не только пытается преуспеть в музыкальной индустрии, но и активно устраивает вечеринки вульгарного характера. Видеоблогеры не раз публиковали материалы о разврате на тусовках, организованных Красновой. Социальные сети полны откровенных фотографий и видео с ее вечеринок. На фоне откровенных образов и вызывающих поз, подписчики не скрывают своего негодования. Репутационные потери после скандала с голой вечеринкой Анастасии Ивлеевой коснулись не только тех, кто участвовал в мероприятии, но и других знаменитостей. Супруга Никиты Преснякова тоже оказалась в центре внимания, и ее тусовки стали объектом обсуждения. Критики утверждают, что такое поведение знаменитостей в условиях общественного недовольства вызывает вопросы о их ответственности перед фанатами и обществом в целом. Какие еще последствия принесет это скандальное поведение для артистов и их карьер, время покажет.